Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И для вас специально данное видео YouTube-каналы для изучения английского языка. Действительно, очень много пишется на эту тему и специально для вас. Значит, мое мнение, давайте я вам изложу, я думаю, вы поддержите эту идею. Но прежде всего хочу вам сказать, что часто лично я вижу различные рейтинги и насколько они актуальны. Прежде чем составить какой-то рейтинг, Давайте посмотрим, какие факторы самые важные для составления данного рейтинга. Итак, действительно, это важнее всего, потому что, честно, я вижу рейтинги и вообще сам часто в шоке, что эти каналы вообще уже давно не смотрят. И действительно, значит, ситуация в следующем, что многое очень поменялось за последние 2-3 года, как раз с момента создания каналов проекта English Galaxy. Итак, первый фактор – число подписчиков. Насколько важный этот фактор при составлении рейтинга? Значит, я считаю, что, ну, на самом деле так и есть, что это не самое главное число подписчиков. Что происходит действительно в данный момент? Есть много каналов, у которых число подписчиков, если в русскоязычном сегменте, скажем, 400 тысяч, 200 тысяч, но их перестали смотреть. То есть, в принципе, легко посмотреть статистику значит, любого канала с помощью специального сервиса, их просто не смотрят. А люди думают, да, там 400 тысяч подписчиков, да, там 200 тысяч подписчиков. Ну и что? Их не смотрят. То есть каналы значит, при зрителях 400 тысяч подписчиков, 8 тысяч просмотров в день онлайн это очень мало. Это очень плохо, друзья мои. Поэтому я считаю, что это не объективный критерий. Это не объективный критерий. Потому что действительно, многие просто набрали, и их просто перестали смотреть как раз момент появления значит, обучающих кан... значит, каналов такого формата. Далее общее количество просмотров. Тоже на самом деле. Насколько важен показатель? Общее количество просмотров. Значит, если посмотреть на канал Image Galaxy то просмотров достаточно много, значит, вы знаете. И тоже вот если вот вы, например, зайдете на какие-то англоязычные каналы, вот там есть один канал, один из первых, и, соответственно, там написано свыше, прям в шапке канал, свыше 70, если не ошибаюсь, 1 миллиона просмотров. И действительно, этот канал был топовый канал, но что произошло в последнее время, его перестали смотреть. То есть, сейчас там, если посмотреть просмотры, не знаю, 6 тысяч просмотров в день, 7 тысяч просмотров в день, это так мало. Хотя там сотни тысяч подписок. То есть, опять же, это не совсем как раз э, важно. Общее количество просмотров и число подписчиков. Да, это важно, но есть и другие более важные факторы. Далее также формат контента. Опять же, просто шоу или же реально обучающий контент. Действительно, очень много именно контента, как шоу. Там посмеялись, какие-то короткие видео, какие-то короткие фразы выучили там 10 минут, 5 минут, 7 минут. Но опять же, да, конечно. Это здорово, что можно и передохнуть, отдохнуть, но насколько эффективный данный контент? Вот реально ли же можно выучить английский по этому контенту? Возникает вопрос. Да, есть каналы русскоязычные, у которых несколько, может быть, тысяч подписок в день, и англоязычные тоже там, может быть, пару тысяч подписок в день. Есть там, например, в англоязычном сегменте видео, где, которые набирают там миллионы просмотров, десятки миллионов просмотров. Но, опять же, вопрос. Это чисто видео, не знаю, там по 8 минут посмеяться, там, может быть, на красивую внешность посмотреть, или же это реальные знания. Вот вопрос, формат контента. Я считаю, надо разделять именно шоу, или же реально обучающие контент, где даются реальные знания. Далее, длительность видео. То же самое, что это важный фактор. Смотрите, то есть, опять же, если видео, не знаю, там, по 3, 5, 10 минут, я считаю, что мало можно узнать. Если, например, как урок, не знаю, там, 40 минут, час, но ну, 30 минут, 20 минут, это уже более, конечно, серьезная информация, чем просто по 5, то там, 7 минут. Вот, но я считаю, есть и другие, не менее, объективные факторы в дополнение ко всему этому. Значит, я считаю, что самое, одно из самых главных это текущая ситуация. То есть, что такое текущая ситуация, когда вставляем данный рейтинг? Соответственно, это число подписчиков и количество просмотров в динамике, то есть прирост. То как быстро растут эти каналы именно сейчас. То есть не когда-то давно, когда они набрали базу, их перестали смотреть, нет, а сейчас. Как развиваются эти каналы сейчас. То есть есть сервисы, где можно посмотреть прирост именно просмотров и подписок. Это очень важно. Далее. Вот действительно, вот печальная ситуация, что даже долго англоязычные, русскоязычные каналы, у многих более миллиона подписок, ну и что, их не смотрят. Это очень грустно, это очень грустно. И далее, шестой момент, курсы. Действительно, это просто видео или обучающие курсы. Ведь многим не нужна теория, им нужны курсы, не просто теория, но и практика. То есть, тоже очень важно. То есть, цель какая этого контента? Привлечь именно на свой платный продукт, опять же, с с эффективностью под вопросом, или же действительно дать реальные знания. И опять же, ну зачем мы смотрим эти подписки, просмотры и так далее? А может, самое важное, это просто результат? Может ли человек выучить английский язык по этому каналу? Или поднять свой уровень, а не просто посмеяться или провести время? Вот какие факторы самые важные? И для вас, видите, я как раз отобрал эти факторы, да вы как раз можете подумать, какие самые факторы самые важные, и написать об этом. Что для вас самое важное? Если действительно посмотреть различные рейтинги, которые есть в интернете, как раз где пишется канал для изучения английского языка, вот я считаю, что многих раз важнейшие факторы не учитываются. и действительно часто это просто заказные статьи, рекламные посты, где есть какие-то, может быть, курсы, знаешь, школы и где как раз вот активно пиарятся эти каналы или просто устаревшие данные, где все друг у друга переписывают. Я считаю, что, возможно, следует составить народный рейтинг. Я думаю, вы знаете, какие еще другие есть реальные полезные каналы для вас, которые могут вам помочь. И действительно, опять же, число подписчиков, количество просмотров не совсем единственный критерии, потому что я понимаю, что очень тяжело начинающим авторам, может, у них есть потрясающий контент, но просто очень сложно. Поэтому, опять же, я думаю, у вас есть свое мнение на этот счет. Далее, ну, что касается вот канала проекта English Galaxy, такая статистика. Значит, более 100 миллионов просмотров за несколько лет это очень много. И опять же, это только онлайн, не считая то, что еще оффлайн смотрите. Более миллион подписок, совокупное количество подписок на каналов на данный момент. Далее, что также очень важно, значит, русскоязычные каналы, то есть для русскоговорящих, и каналы международного уровня, то есть для тех, у кого английский не родной, соответственно или, например, кто не знает русский язык, например, те люди, которые живут в Индии, на в Латинской Америке, они могут также заниматься по этим каналам, например, канал English Professional и, значит, также другие каналы, как раз, международного уровня. Это очень важно. То есть данная методика популярна не только в России, но и за рубежом. И а, также очень неплохой прирост, то есть действительно, вот если вы посмотрите наши вот плейлисты, там, соответственно, оранжевые плейлист и другие плейлисты, методика только получает, Например, может быть, популярность набирает популярность и более на 4 миллионов просмотров в месяц онлайн. Это очень много, друзья мои. Это очень много, и опять же, видео только набирает. Думаю, здесь работает сарафан и радио. Спасибо вам огромное! Вот такая статистика. Вы можете также посмотреть статистику любого канала на сервисе и посмотреть. Самое опять же важное, это. Мне кажется, текущая ситуация, то есть, конечно, важны подписчики, количество просмотров, это важно все, но текущая ситуация, самое еще важное, какой контент, шоу или реально обучающий, курс или какой результат, можно ли выучить английский язык. Ну, опять же, повторюсь, что многим авторам тяжело начинать, поэтому действительно есть, значит, я думаю, гения, но которым тяжело, у которых не так много подписок, просмотров, но здесь, опять же, я думаю, важен все равно формат чтобы опять обучающий формат, а не просто завеличение на курсы с эффективностью, которые под большим-большим вопросом часто. Вот, это важный формат. Что касается данного видео, значит, я составил рейтинг именно каналов проекта English Galaxy. Значит, мне тяжело говорить о других каналах, конечно, я могу сказать, но я просто уважаю труд абсолютно значит, любого э, человека. И, соответственно, все большие молодцы, кто занимается, строят свои каналы, вы тоже можете составить свой канал, но именно пока про проект English Galaxy, потом про другие каналы. Смотрите. Значит, на данный момент значит бесспорный лидер вообще вот русскоязычных каналов по английскому языку, это именно обучающие направленности, это канал английский язык по плейлистам. Это оранжевый плейлист, это абсолютный хит. Вы сами видите, что курс очень эффективный. Да, около 1000 видео, но это не просто 1000 видео разрозненных, это целостный курс. С нуля до уровня advanced. Очень много практики, много отзывов. Действительно, это вот мега популярный курс. И действительно, я вот записывал данный курс, и вы можете посмотреть, что за короткий срок, вот видео записано, значит, первое видео 10 мая 2016 года, сейчас 2018 год, буквально за полтора года вот курс приобрел такую популярность. Это действительно очень полезный курс. Но согласно статистике. Опять же, главный босс это покупатель или клиент, или зритель. Далее, на втором месте канал English Galaxy. Очень популярный курс, синий плейлист и также другие видео. Есть, то есть на английский язык за 12 часов, английский язык с нуля и многие-многие курсы. Вот здесь очень важно. Да, отлично. Но также, что еще следует сказать. Другие каналы, новые каналы, но также очень популярные. Это бесплатный репетитор, золотой плейлист, очень популярный плейлист. На самом деле, данный плейлист для всех уровней рассчитан. Видите, с нуля до самого высшего уровня. Далее, четвертый по рейтингу идет значит, канал Английский язык на практике Урок английского языка это зеленый плейлист. Тоже плейлист оказался хитом. Но ну, здесь, опять же, чтобы разогреться, но очень многие начинают именно также с этого плейлиста, начинают именно с золотого плейлиста, соответственно, с зеленого плейлиста, а дальше приходит к оранжевому и синему плейлисту. Это если мы говорим про русскоязычные каналы. Также отдельно следует видеть как раз англоязычный канал «English Professional. На данный момент здесь уже около 500 тысяч зрителей. Это очень много. Многие видео набрали миллионы а, просмотров и также продолжают набирать. Действительно, есть и по грамматике курсы и так далее. Здесь также есть плейлист именно по грамматике, только на английском языке. Друзья мои, вот основные каналы а, как раз проекта «English Galaxy» вот основные каналы. Есть, конечно, и другие дополнительные каналы, например, результативный английский, там английский язык за 10 уроков и другие плейлисты. Но я не включил их в рейтинг, пока на данный момент они уступают вот этим каналам. Друзья мои, но ну, я считаю, что действительно у вас есть свое мнение на этот счет. Пока вот идея как раз была сказать, какие YouTube каналы изучения английского языка есть именно вот в рамках проекта English Galaxy. И я думаю, вы поняли как раз по поводу факторов, и по поводу моего мнения на этот счет. Но если вы считаете, следует записать значит, про все каналы, может быть, действительно стоит записать, допустим, не знаю, там 50 каналов, грубо говоря, там выбрать... 20, например, англоязычных, 30 русскоязычных, и просто включить список и вкратце пояснить. Абсолютно я обожаю труд абсолютно всех авторов, друзья мои, просто у всех разные направленности. Кому-то может действительно проще шоу делать и, соответственно, привлекать на свой продукт и зарабатывать, а кому-то просто нравится обучать и давать знания. У всех разный подход, друзья мои. Я рассказал вам про каналы English Galaxy и действительно про топ-каналы в русскоязычном сегменте для обучения английского языка, потому что действительно вот это топ-каналы что оранжевый плейлист, что синий плейлист uh, English Galaxy, английский язык на практике, это абсолютно топ uh, канал, потому что вы сами можете посмотреть статистику и все сами увидеть. Друзья мои, спасибо вам огромное, thank you very much, good luck. Но, опять же, хочу сказать, что здесь еще не поставлена точка. Да, прежде чем еще сказать final good luck, before saying the final good luck, да, соответственно, мы можем также расти, Улучшать, записывать также видео для более высоких уровней, еще больше практики У нас с вами еще есть также, что можно, значит, доработать Кому еще нужно больше практики разговорного английского Соответственно, здесь еще можно что сделать, друзья мои Потом даже пишите все ваши пожелания, это очень важны Все это мы не оставляем, как бы, не собираемся на этом останавливаться, друзья мои Thank you very much So, I think that we are ready to say good luck now Thank you, good luck